На территории Приморского края завершился первый этап межведомственного комплексного оперативно-профилактического мероприятия МАК. Мероприятия проводились управлением МВД России по Приморскому краю во взаимодействии с коллегами из управления ФСБ, пограничного управления, Дальневосточной оперативной таможни, Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте, Министерства обороны, Тихоокеанского флота, Росгвардии и правительства Приморского края. Сотрудники полиции обнаружили 31 незаконно выращенный посев наркосодержащих растений, из них 28 посевов конопли и 3 опийного мака. Изъято 4892 наркосодержащего растения, из них 4334 конопли и 558 мака. Так, сотрудники межмуниципального МВД России Дальнегорский на дачном участке местного жителя обнаружили 1012 кустов конопли. В отношении наркоплантатора возбуждено уголовное дело. Выявлены 36 очагов дикорастущих наркосодержащих растений на общей площади 9,2 гектара. Всего с начала года на территории Приморского края уничтожено свыше 24,5 гектаров дикорастущих растений маньчжурской конопли. Из незаконного оборота выведено без малого 3 килограмма наркотических средств растительного происхождения, марихуаны, гашишного масла и героина. Так, в Кавалеровском районе у жителя поселка Хрустальный обнаружено и изъято 738 граммов марихуаны, возбуждено уголовное дело. Мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков продолжаются.